Привет, спортивной столице России, солнечной Америки. Я Камила Гафурзянова, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, рэперист. Я обожаю спорт и обязательно буду следить за универсиадой в родной Казани. Я хочу быть в курсе всех событий, расписания соревнований, матчей и знать о каждой медали, завоеванной российской сборной. Я была приятно удивлена, узнав, что есть такой сайт «Спортивная среда универсиады». Это просто находка для людей, живущих в спорте. Я зарегистрировалась, заполнила анкету, галочками отметила любимые виды спорта, баскетбол, волейбол и, конечно, фехтование. И теперь на свой профиль я получаю все самое вкусное. Расписание, новости, интересные факты. А еще спортивная среда универсиад – это настоящая социальная сеть. Можно общаться с друзьями и запросто заводить новых, выкладывать и комментировать фотографии. Кстати, когда ты заполнишь анкету, не забудь проверить, вдруг тебе повезло, и ты получишь подарок от универсиады. До встречи в Казани и на спортивной среде универсиады.